В открытом акционерном обществе Остромечево озимый ячмень выращивают уже не первый год. Зерно используют в качестве семян для собственных нужд хозяйства, кормят крупный рогатый скот. Также часть ячменя хозяйство продает пивоваренным заводам. В этом году комбайны в поле вышли немногим ранее привычного срока. Повлияли погодные условия. Территория нашего хозяйства очень зависит от количества выпавших осадков. Исходя из этого, вот в этом году нам приходится начинать уборку практически на неделю раньше озимого ячменя. В среднем в прошлые годы мы начинали 6-7 июля, а вот уже сегодня 29 июня, и ячмень уже полностью готов к уборке. В открытом акционерном обществе Остромечево к уборочной кампании готовы все 28 комбайнов. Нагрузка на один в хозяйстве будет в пределах 270 гектаров. При хорошей погоде местные аграрии планируют убрать урожай за 2 недели. К слову, сушильному комплексу за сутки по силам переработать весь дневной намолот. Уборка – это праздник. Праздник урожая, праздник, который подводит итог той работы выращивания и уборки хлеба. Здесь убирают 4 комбайна, площадь небольшая, 40-45 гектаров озимого ячменя, и сорт Изоцерк. Он подоспел раньше, сегодня мы его уберем, а остальной озимый ячмень где-то через дня 3-4. Первыми в области уборочную кампанию начали наряду с Брестским районом Каменецкий, Жабенковский и Столинский. Чуть позже к ним присоединятся и их северные соседи. Сегодня прошло время уборки, поэтому и мы приступили к уборке. Влажность зерна 14-16%, то есть это оптимальные сроки уборки, поэтому и область приступила к уборке зимового ячменя. Первая культура, которая в области убирается зимой ячменью, это традиционная культура. За последние годы мы на треть ежегодно увеличиваем посевы данной культуры, и она дает существенный результат. В Брестской области зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 360 тысяч гектаров. Из них более 70% озимые, они более засухоустойчивые и более урожайные. Так, озимый ячмень на 15% дает выше урожай по сравнению с другими культурами. Екатерина Косынюк, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».